На Балканах впервые установят криптовалютные банкоматы. Как сообщает Balkan Insight, первые банкоматы планируется установить в Косово. Компания-установщик AltVision Ltd. сообщает, что следующие криптовалютные банкоматы будут установлены в Скопье и Тиране. На начальном этапе они будут обслуживать только биткоин, но в дальнейшем планируется добавление и других криптовалют. Однако Центральный банк Косово предупреждает, что использование цифровых денег влечет за собой риски, поскольку пока нет законов, регулирующих использование криптовалют.